того самого координатора на мотоцикле. Он впервые попадает в кадр своей же камеры. Активный сторонник Майдана. Зовут Марк. Вот он вместе с командиром 15-й сотни Миколой. Последний известен тем, что расстреливал людей за их огнем и толпой в доме профсоюзов. А вот Марк уже рядом с Андреем Порубеем на одном из одесских блокпостов. За несколько дней до трагедии секретарь украинского совбеза приехал вручить майдановцам бронежилеты. Отлично. Принимает подарок такой же сотник Микола. Но, похоже, главной целью визита было совещание, на котором Порубей озвучил приказ Киева ликвидировать, наконец, лагерь сторонников федерализации. Акция проводилась с благословением, корректировка действий, но ориентировка. Надеюсь, силами органов власти местных.